На автомобильной дороге в районе эстакады на Можайском шоссе начались ремонтные работы. Здесь планируется заменить около 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна, а также привести в порядок прилегающий тротуар и бордюр. Фактически будет выполнен ремонт всех подходов к путепроводу, который за нашей спиной сейчас находится, на 26-м километре Можайского шоссе. Весь ремонт у нас, который запланирован, он будет выполнен до 1 сентября. Конкретно на этом объекте, я думаю, что мы в июне закончим его. Оценить ход ремонтных работ, которые на данном участке развязки только начались, приехал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Парламентарий отметил, что перед дорожниками стоят серьезные задачи. Важно сделать все в срок и организовать правильное дорожное движение, чтобы не мешало проезду и никак не сказывалось на жизнедеятельности территории. Поэтому такой ответственный участок, здесь и развязка, здесь и путепровод, в общем, здесь такой трафик оживленный, плюс примыкание к дворовым территориям, значит, здесь у нас многоквартирные дома, соответственно, место важное, и, конечно, к нему поэтому особое внимание. Комплексные работы включают в себя замену верхнего слоя покрытия и бортового камня. В настоящее время идет установка нового бордюра. После подготовительного этапа старый асфальт снимут, а на его место уложат новое дорожное полотно толщиной в 5 сантиметров. На данном участке задействовано около 15 единиц техники и 50 рабочих. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».